Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Сантаро. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Ваши отношения, будущие перспективы». Давайте для начала посмотрим, что на сегодняшний день сейчас происходит в ваших отношениях. Какая ситуация? У нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует, интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим сейчас, на сегодняшний день, отношения, да, отношения, есть ли отношения, что там в отношениях у вас, ой, девочки, ну, сразу вышла королева кубков, однозначно я вам скажу, что мужчина вами очарован, вы, безусловно, очень красивая женщина для этого человека, ждет, очень вероятно, что отношения на расстоянии, ожидание, есть, возможно, какие-то моменты, препятствия, расстояние. Здесь это есть такой момент. Что между вами, дорогие мои? Здесь, конечно, у нас пойдет расклад о людях, которые на расстоянии сейчас находятся, и между которыми есть, поддерживается связь. Потому что вот и королева кубков первой картой вышла и показала нам, что да, этот человек видит вас прекрасной женщиной. И желает с вами вот просто взаимной любви. Здесь есть момент. Он думает о вас, а вы о нем. Это ситуация взаимной любви и взаимного ожидания определенной встречи. Да, на сегодняшний день можете быть на расстоянии и очень даже значительным, и даже какое-то определенное время. Можете быть в начале своего пути в отношениях, и как-то вот сами отношения на расстоянии завязались. Тоже такая может быть ситуация. Ну, давайте посмотрим, какая перспектива у этих отношений, что вообще сейчас происходит с человеком, как он видит вообще вот эти отношения на расстоянии и перспективу этих отношений сейчас. Однозначно я вам скажу, что да, у вас есть взаимная связь, то есть здесь есть момент определенного, как поддерживают люди связь, поддерживают, возможно, у вас какая-то, как в соцсетях, какое-то общение, вы звоните друг другу, возможно, какая-то даже и видеосвязь между вами. Но я вижу, что этот мужчина, он прямо видит вас прекрасной, видит вас королевой кубков. И его желание, знаете, вот прямо как ускорить, возможно, какую-то встречу. Возможно, это несколько дней, но вижу, что человек скучает по вам, ждет встречу. Ну что ж, давайте посмотрим. Для начала спросим, как мужчина воспринимает ваши отношения, как он воспринимает тот момент, что вы на расстоянии сейчас, и как он воспринимает ваши отношения в общем, что это для него, что эти отношения для него значат. Ой. Вы знаете, да, здесь сразу такая вот карта, которая очень много дает информации, то есть, во-первых, да, вы где-то вот сейчас как за колючим терновником, вот в понимании этого человека. То есть не могу сейчас к тебе вот примчаться, прибежать, прилететь, вот не могу. Да, есть ситуация, что нужно как бы пройти в некую вашу зону, да, в вашу жизнь, приблизиться к вам нужно. Есть момент ревности, однозначно, он понимает и знает, что вокруг вас вертится всякого рода мелкая рыбешка, какие-то попугаи, которые так или иначе вот желают привлечь ваше внимание, безусловно. Сейчас идет момент, что вы та женщина, которая держит в его руках, знаете, его счастье в своих руках, и вот возможно быть счастливым, только будучи рядом с вами. Этот человек знает, что вы готовы для него открыть свою дверь. Но и также знает, что ему нужно приложить определенные усилия, какие-то правильные шаги, чтобы в ваш мир попасть. Вы знаете, как он воспринимает? Вы та женщина для него, для которой нужно достать золотое яблочко, для которой хочется сделать невозможное, для которой чувствуешь в себе силу и желание вот сделать лучше, стать лучше. Вот я вам скажу, что этот человек, конечно, очень-очень вообще, как он воспринимает вас, вы мечта для этого мужчины, определенно, да. И есть в нем момент ревности, но с другой стороны, он думает, что он предложит больше всего, он может предложить вам лучшее.
Я вам скажу, что да, он как-то вот думает о том, что вертится вокруг вас мужчина, и чтобы быть с вами, чтобы быть достойным вашей любви, нужно достать вот это золотое яблочко для вас. То есть быть лучшим для вас. Как он сейчас воспринимает ваши отношения? Очень хочет он приехать. Я вижу, что сейчас прямо человек занят какими-то делами непосредственно. То есть, возможно, даже определенно в данном моменте времени человек находится в дороге. Это может быть какое-то новое место для него. Возможно, ну вообще на карте чистое поле. То есть, очень вероятно, что для него ситуация незнакома. Или какая-то, вот знаете, отчужденная. То есть, ощущение... Возможно, вокруг него и очень много людей, но ощущение как чисто поле. То, что я хочу, я перед собой не вижу. А хочу я быть рядом с тобой. Да, здесь человек прямо ждет встречу, занят какими-то делами. Как он воспринимает? Это что-то, это нечто. Вот эти отношения, это нечто. Это то, что вот эти тучи разгоняет у него над головой. Это то, что привносит определенные надежды, да, определенный луч света. Человек желает вкладываться в эти отношения. Он очень серьезно воспринимает вот то, что между вами происходит. Даже если вы как-то вот находитесь вот на расстоянии, и между вами есть некий момент, знаете, почему-то вот проходит ситуация какая-то, вот как ждется встреча, но вот эта встреча, она как будто бы не назначена еще, да? То есть нет определенного времени, когда вы встретитесь. Не назначена встреча. Вы как бы ее взаимно ждете, эту встречу, но она как бы еще не назначена. Очень вероятно, что человек действительно прямо на расстоянии, и есть некие задачи, которые этому человеку предстоит пройти. Вы не можете ему помочь. Вот вы можете его поддержать, но как-то вот прямо вот помочь, но вы не в силах. Вы, возможно, на сегодняшний день в каких-то вот мирах разных, и энергетика в ваших мирах разная. То есть вы как-то вот живете в своем пространстве, и где-то этот мужчина видит вас как носительницу вот этого, знаете, счастливого, как женщина, которая несет счастливую энергию, которая в общем, да, вот рядом с ней вот счастье, оно не может быть нигде, вот только рядом с вами. И у него вот такое восприятие, что все, что вас окружает, оно вот такое красивое, чистое, мягкое, да, приятное, то есть все, что вокруг вас, оно должно быть таким, оно должно быть классным. И потому я вам скажу, что да, этот мужчина в некой степени, он желал бы, чтобы его любимая девушка жила в таком пространстве, в таком мире, когда все сохраняет вот ее счастье, когда все сохраняет вот это ее состояние красоты. Ну, давайте посмотрим еще, да, как он сейчас воспринимает вот ваши отношения на расстоянии. Как он воспринимает? Он очень надеется на определенную перемену. Вообще-то этот человек считает, что ему очень повезло вас встретить, что вы вот такая вот единственная. И где-то действительно вы вскружили ему голову. Колесо фортуны показывает, этот человек ждет вереницы событий. Он предвкушает прекрасные события в ваших отношениях. Он желает развития этим отношениям. И для себя понимает, что та некая задержка, та какая-то заминка, вот этот момент в расстояниях, это всего лишь некий фрагмент. Я вам вообще-то скажу, что этот человек очень уверен в вас. Как-то у него есть то ощущение, что между вами особенная связь. И она, вот знаете, как колесо фортуны, большая удача в его жизни. Как бы сейчас ни складывались обстоятельства. И прямо вот идет, как мужчина воспринимает ваши отношения на расстоянии. В его жизни были определенные тучи, а вы, как вот этот солнечный свет, указываете ему правильную дорогу и правильный путь. Где-то, я вам скажу, у вас очень большое влияние на этого человека. Даже если ваше общение не такое уж длительное, да, здесь идет момент, вы привносите вот прямо позитив. Вот такой, знаете, несколько минут, несколько секунд прямо вот такого настоящего счастья в день. Той энергии, которой ему очень не хватает сейчас. Вот проходит мне, конечно, что человек, знаете, в некой дороге, и эта дорога, она какая-то, знаете, как вот вопросы, дела, какая-то рутина где-то здесь, знаете, какая-то вот рутина.
и особо переложить как-то свои обязательства, как-то вот, возможно, даже где-то и понадеяться, особо не на кого. То есть здесь как бы такой вот момент, некая рутинная и работа, вот прямо работа. Все-таки рыцарь Пентакли показывает, да, есть сила, есть знание, есть осторожность, есть какая-то определенная даже хитрость в этом человеке. То есть где-то есть момент даже определенного напряжения, но нет нужного, да, вот он хотел бы к вам, но у него нет сейчас такой возможности. Я вижу, что прямо вот как дела какие-то. Ну, давайте мы посмотрим, чем он занят, да, вот сейчас. Посмотрим, чем он занят, когда вас нет рядом. Потому что вот здесь прямо идет момент, что сейчас вы на расстоянии. Я вижу, что какая-то вот прямо сейчас это момент какой-то рутинной работы. То есть я должен, вот такая вот ситуация, я должен. Какие-то обязательства, какая-то, я должен, возможно, это какие-то подписанные контракты, какая-то ситуация вообще по жизни, ситуация на общем плане. Но есть момент, я должен, я не могу поступать так, как я хочу. Есть какие-то обязательства этого человека. Давайте посмотрим, чем он занят сейчас, когда вот вас нет рядом. Чем он занят, этот мужчина? Чем он занят? Вы знаете, есть ситуация каких-то... Ему жаль времени почему-то. Вот как будто бы сейчас как время какое-то теряет. Чем он занят? Он думает о вас, если честно. Если честно, он думает о вас и думает о том, что вот как-то его мысли все-таки убегают в вашу сторону. И как-то удержать их и удержать какой-то, знаете, контроль его тяжело. Я бы даже здесь сказала, что человек притягивает мысли о вас. Ему очень приятно вас думать. И сами мысли убегают в вашу сторону. Убегают, знаете, как бы в мысли о вас уходят мысли. Чем он сейчас занят? Вот прямо, вы знаете, такое вот какое-то... Непосредственно мне идет, что человек как-то вот с транспортом связан. Какая-то суета. Суета. И опять он один. Вот ощущение определенного одиночества. Он сейчас как-то вот чувствует его. Хоть, возможно, вокруг него очень много людей. Мужчины. Прямо мужское окружение вышло. И вышел момент каких-то разговоров важных. Важных разговоров. Я бы даже сказала, очень похоже на какое-то совещание. Вот просто, знаете, когда вот вы не рядом, вот чем он занят? Мужское окружение, какие-то разговоры, где-то эти разговоры могут быть даже эмоциональными, где-то они могут быть даже рисковатыми. Очень похоже на некое совещание, то есть обсуждение какого-то плана действия, какие-то рассуждения по поводу текущих дел. И, возможно, работа с какими-то документами. Что-то пишут, что-то считают. Есть какие-то вопросы от вышестоящего начальства, которые вот сейчас прямо обсуждаются между мужчинами. И вы знаете, как-то ему хочется ухитриться, да? Или как-то побыстрее исполнить какую-то задачу, что-то, какие-то дела свои решить. Почему-то ему как хочется ухитриться. Ухитриться и как-то побыстрее вырваться, возможно, так, да. Ну, давайте посмотрим. Вот по поводу вот его работы, его деятельности на сегодняшний день. Что там происходит? Что происходит на сегодняшний день? Ну, вот он зарабатывает деньги, король Пентаклей. Материальное что-то, да, вот есть некий момент, желание больше заработать, какие-то вопросы по деньгам, обсуждается однозначно. И вот смотрите, одни мужчины вышли, то есть мужское окружение, какие-то дела, какие-то рабочие вопросы, возможно, что-то обсуждается касаемо транспорта, автомобиля, каких-то перевозок. Есть момент, как нужно куда-то спешить, бежать, да, вот какая-то такая суетливая немножечко ситуация. И, возможно, какие-то вопросы по документам, которые нужно сдавать, какую-то отчетность какая-то, вот такие, как ответить, да, перед начальством нужно. Ну и, конечно, вот эти разговоры, вот эти мысли, вот это все, так или иначе, оно связано с обогащением, с финансами, с материальными вопросами. И вот об этом мужчина думает. Вообще, знаете, чисто деловая обстановка. Ну что ж, давайте посмотрим дальше.
Как этот мужчина вообще видит некую вашу реальную встречу? Желает ли этот человек вот реальной встречи? Как он ее видит для себя? Давайте посмотрим, как мужчина видит для себя реальную встречу с вами. Как ты видишь ее, эту встречу? Ой, вы знаете, это прямо вот как спит и видит. Вот. На самом деле, каждую минуту, когда этот человек отдыхает, когда у него есть такая возможность, когда, знаете, вот не то, что светит ярко солнце, вот такая предвечерняя пора, перед самым сном, знаете, такой момент, когда некая суета жизненная отпускает, вот этот мужчина, он действительно думает о вашей встрече. Он буквально в каждом моменте, когда он отдыхает, он думает о вашей встрече, он очень ее ждет. Какие-то воспоминания, знаете, то, что уже прошло, вот как эти листья, знаете, с одной стороны, это уже ушло, это осталось в прошлом, с другой стороны, человеку как будто бы хочется задержать вот эти моменты, какие-то воспоминания. И вы знаете, воспоминания о вас, они укрывают, вот как оружие здесь идет, укрывают мечи, укрывают какие-то острые моменты, которых он переживает сейчас, потому что я вижу, что прямо напряжение какое-то вот на работе, да, что-то связано с материальным планом, и напряжение здесь. И вот какие-то мысли перед сном о вас, они укрывают вот эту суету, укрывают какие-то мечи, какие-то острые вопросы, приносят некое успокоение этому человеку. Как он видит, да, как он видит, желает ли этот человек встречи реальной с вами, желает ли. Ох, девочки, желает, ох, желает. И его понимание это просто взрыв, это просто, знаете, пробуждение вулкана. Как он желает этой встречи, это просто невероятно. То есть, да, это его желание прямо встретиться с вами. Очень сильное желание. И оно связано с эмоциями, оно связано с страстью, оно связано с желанием прикасаться и вообще как-то вот окружить вас своей энергией буквально. Да, ну вот думает о вас. Вы знаете, да, возможно, на сегодняшний день это не так просто сделать. Очень вероятно. Потому что прямо вот вечерняя пора и вот такое состояние перед сном, и где-то этот человек прямо тоскует, он очень хочет встречи с вами. Да, есть некие ограничения, есть некие моменты, и вот кажется, что говорит человек с вами, вроде бы вы так близко, а на самом деле очень даже далеко. Но этот человек, он готов очень многое сделать и как-то вот прийти к тому моменту, что чтобы вы были вместе, чтобы вы были вместе, какую-то перемену, ждет человек перемену. Ну давайте посмотрим еще, как этот мужчина видит вашу встречу, как видит, потому что сейчас я вижу, что это просто, с одной стороны, это такое большое желание, а с другой стороны, это прямо тоска, это то, что просто разрывает его сердце, потому что, ну, очень он хочет с вами встретиться, но вот есть моменты ограничений, как-то вот на сейчас, это не совсем, не так легко сделать, как хотелось бы. Ну, давайте посмотрим еще, как вообще вот этот человек видит вашу встречу, как он, о какой встрече он мечтает, давайте посмотрим. Ой, а мечтает, знаете, как ребенок, и для него это будет определенная победа, то есть это то, чего я хочу, это то, к чему я иду, чего я стремлюсь, да. Ну да, да, очень-очень, он, знаете, прямо стосковался, человек очень сильно и действительно желает безгранично вот этой встречи. Ему главное вас прямо увидеть. Вот ему очень хочется, потому что, возможно, между вами связь по телефону, по видеосвязи, но есть ощущение, что что-то от меня скрыто. Скрыта некая искренность, некое прикосновение, сама энергия. И ему прямо, ну вот хочется очень вас увидеть, безгранично хочется вас увидеть. Ну давайте посмотрим, а что ты думаешь вообще о ней? Что ты думаешь о ней? Вы прямо вышли королевой кубков, первой же картой. То есть да, она прекрасна для меня. Безусловно, это прекраснейшая из женщин. И женщина, которую я люблю. Но все же, давайте посмотрим, как ты видишь эту женщину для себя в твоих глазах. Какая она? Угу. Вот по карте мир, ну прямо конкретно идет момент, что далеко сейчас. И вот по справедливости это моя любимая. Боже мой, девочки,
Просто караул. Вот как он вас сейчас видит? По справедливо, вот как далеко от меня, да? Но в полной мере, по правосудию, по правде, это моя любовь. Как я ее вижу? Это моя любимая женщина. Это такое чувство, которое он признает, которое, знаете, видит и чувствует равноправным. Этот мужчина очень в вас уверен, чрезвычайно уверен. И я вижу, да, действительно, расстояние. И это расстояние его огорчает сейчас. И прямо такое искреннее желание просто, чтобы вы были в его объятиях. Как ты ее видишь, как ты воспринимаешь эту девушку? Да, она твоя любимая, но все же, какая она для тебя? Вот я очень жду с ней встречи, жду с ней встречи. Я коплю какие-то финансы, какие-то зарабатываю что-то материальное, да, для того, чтобы порадовать эту женщину, для того, чтобы что-то привнести в ее жизнь. Потому что, ну, вот это моя пара. Это моя пара, и да, эта девушка, она просто великолепна, и я чувствую себя таким счастливым рядом с ней. И вот это счастье, вот эта любовь, она вот меня тянет. Девочки, очень сильная связь между людьми, очень сильная. И она, возможно, вот на сегодняшний день в неком, знаете, обострилась некая духовная связь между людьми. Да, есть момент тоски, есть момент желания, но прямо обострилась некая связь между людьми. Безусловно, что есть какие-то нюансы и моменты, и... человеку прямо здесь, знаете, как встречу видит. Хочу вот этой радости, настоящей искренней радости хочу. Вот мне их прямо так не хватает просто. Просто караул. Каким бы я смелым, каким бы я ни был победителем, вот эта женщина, это для меня такая радость, которая как вот из глубины души идет. И вот как он вас видит? Вот по старшему аркану сила, безусловно, очень сильное притяжение. Очень сильное, и вы его вдохновение. И вы знаете, я вам однозначно скажу, что этот человек прямо как он верен вам. Это любовь. И ему не нужны цепи, ему... Вы знаете, здесь даже проходит такой момент, ему все равно, вот по сути, какое расстояние между вами. Вот этот человек как бы чувствует связь. Он чувствует связь, она не ослабла, она наоборот становится все крепче, все ярче, все сильнее. И вы знаете, как я вот смотрю на нее, да, я смотрю на нее влюбленным. Я понимаю, что это, да, это моя пара, это моя сила, да, это девушка, это моя сила. Ну хорошо, давайте посмотрим ваше некое ощущение, да, ваше впечатление, ваше отношение вот по отношению к этому человеку. Ваши отношения. Ой, вам его сильно не хватает. Вот вы знаете, это то как пусто без него. Очень не хватает. И есть ощущение, как бы никто меня не держит, да, я свободна, но я как будто бы в клетке. Такое ощущение, как вот рвется к этому человеку душа. Очень его не хватает, прямо как пусто в моей жизни. И цветут цветы, да, и летают бабочки, и много людей вокруг меня, и какие-то, знаете, радости жизненные. Все это присутствует. Но вот нет его, и я чувствую себя как бы закрытой, как бы... Душа, да, требует вот быть с ним рядом. Ну, девочки, прекрасно. Давайте посмотрим еще, как вы видите вот эти отношения с этим человеком. Это романтика, это такое, знаете, вот действительно романтичное предвкушение. С этим человеком это романтичное предвкушение. Действительно, очень какая-то переписка. Возможно, там не так много слов, но они какие-то вот дорогие прямо. И это время, оно особенное. Особенная связь между вами создается. Она дает определенную трансформацию вашим отношениям. И определенную уверенность, что это тот человек, который вам нужен. Да, это вот как вы воспринимаете, это будущее, да. То есть это тот человек, с которым я очень хочу будущего, с которым я очень хочу романтики. Это тот человек, которого я хочу видеть в своей жизни.
Безусловно, я вижу, что у вас очень теплое отношение к этому человеку, и он не зря так уверен, он чувствует вот эту отдачу. Он не идет в пустоту, он идет к своей любимой женщине, которая его ждет. И те достижения, и те материальные какие-то блага, он знает, что они предназначены для некого вашего общего будущего, для общих мечтаний, для общих осуществлений желаний. Ну, отлично, давайте посмотрим дальше. На сегодняшний день, как вообще вот этот человек воспринимает то общение, которое вот сейчас, да? Сейчас, вот как он воспринимает то общение, которое вот сейчас происходит между вами? Как он воспринимает? Ой, очень жаль времени. Вы знаете, с одной стороны, я вижу, что он как смотрит на часы и ждет определенного часа. Возможно, вы как-то связываетесь в одно и то же время. Возможно, не всегда есть возможность как-то вот связаться, да. Но он почему-то вот как ждет этого времени. Вот ждет. И я вижу, что у него там какая-то напряженка. Он о многом не говорит о вам. Да, то есть у него такая, знаете, там не столько тяжело вот как-то физически, не столько тяжело вот вообще, как тяжело почему-то морально, эмоционально тяжело. Очень вероятно, что именно вот то, что вы далеко, вот так на него влияет, да, то есть это какая-то тоска сердечная, подчеркивает все минусы, да, вот это быть далеко от вас, потому что нам не выходило. Хорошо там, где она, и счастье там, где она. А там, где ее нет, это все вот какая-то шелупонь, шелуха какая-то. И как он сейчас воспринимает? Это счастливые минуты, когда вот вы на связи, когда вы общаетесь, это счастливые минуты. И как-то с одной стороны хочется ускорить время, да, чтобы поскорее вы позвонили или как-то с вами связаться. А с другой стороны, так хочется, чтобы это время, знаете, как-то остановилось в моменте здесь и сейчас, когда он слышит ваш голос. Здесь, конечно, есть момент, ему прямо хочется вас слышать, и хочется ускорить тот момент, когда вы будете в его объятиях. Он ждет, как знаете, все время смотрит на часы и ждет. Возможно, есть действительно какая-то определенная дата, когда заканчивается контракт, или там какая-то его поездка, и он прямо вот ждет, на календарь смотрит и ждет, когда наконец-то откроется вот эта дверь, и я смогу идти к своей любимой женщине. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, чем он как переносит вообще разлуку с вами этот человек. Как он переносит разлуку с вами? Ну, я вижу, что тяжеловато он ее переносит, эту разлуку. Ой, знаете, ну вот как никогда удачная карта вышла на вопрос. По двойке мечей. Я просто вот стою на своем, я жду, когда вот это закончится. Вот как переносит разлука, как снеговик ждет весны. Да, то есть он знает, что она придет. И вот здесь, смотрите, какая карта интересная. То есть куст розы, да, на котором, по сути, в котором куст розы, который спрятан в снеговике. Вот так он себя чувствует. Он сейчас как будто бы замороженный, как будто бы и жизнь его на паузе стоит. И холодно, и плохо, да. И вот он ждет, да, что вот с каждым днем все этот снег тает, этот снеговик тает, а розы, наоборот, начинают все больше и больше распускаться. Как он себя чувствует сейчас? Как снеговик. И жизнь его, как вот этот снеговик, понимаете? Холодная, одинокая и скучная без вас. И знаете, как-то вот жизнь, вот как днем какая-то суета, люди ходят, что-то кто-то, да, тебя смотрит на тебя, как-то чего-то требует от тебя, но наступает вечер, ты остаешься как будто бы вот один, и все. Вот один, и особенно вот тогда чувствуется вот этот холод. Как вот время без вас, это просто вот такой снеговик, который ждет весны. Который ждет весны, чтобы превратиться в куст росы, цвести, пахнуть и радоваться. Вот так этот мужчина ждет встречи с вами. Ай-яй-яй, как ждет весны прямо в своем сердце, ждет вашей встречи, как весны. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим, какие-то вот мы, да, видели некую... Посмотрим его планы на вас. Давайте посмотрим так. Твои планы вообще на эту женщину? Какие у тебя планы на эту девушку? Какие твои планы? Ой, а планы? Идти вперед.
идти вперед, не оглядываясь назад, прожить вообще длинную и прекрасную историю вместе с вами. Вы знаете, нулевой аркан, я очень вероятно, этот человек желает прямо трансформации, желает нового начала, желает такой вот длинной прямо дороги с вами. Вообще-то, я вам скажу, что вы такой большой подарок от судьбы для этого человека. Вот он вас так воспринимает, большой подарок от судьбы. И где-то вы как вот этот ребенок, да, вот в этой подарок, да, как подарок. Вот вы как этот ребенок в этой коробочке. Просто чудо в его жизни. И где-то капризное, где-то требовательное, где-то под вас нужно подстроить всю жизнь. Под вас нужно, знаете, вы в центре, а все вокруг вас кружит. Все люди, все обстоятельства, все какие-то предметы. И где-то вы очень даже, возможно, проявляете свои капризные стороны. Но когда этот мужчина смотрит на вас, он просто понимает, что это просто сильнее его. И он такой уверенный, сильный, который очень много может пройти, который очень много, возможно, уже пережил каких-то стрессовых ситуаций, он просто обезоружен перед вашим взглядом. Вы прекрасны. Его планы начать с вами новый формат вообще отношений, идти с вами вот в длинную прекрасную историю жизни. Прекрасно. Прямо старший аркан, знаете, возможно, очень. Этот человек желает некого... Ну, это совсем иной формат. Совсем иной формат. Когда действительно была ты и был я, а теперь только мы. Только мы. И мы вместе. Планы этого мужчины на отношения с вами. Вы знаете, разоружить любую ситуацию, пройти все преграды и действительно... исполнить некие ваши и его мечты, ваши какие-то совместные желания и мечтания. Но вообще-то я вам скажу, что этот человек желает с вами большего. Вот все-таки вот этот аркан, он показывает на некую стабильность, на некую опору, которую этот человек желает вам дать. И действительно, где-то любая цена, да, она будет уместна. То есть он понимает, что это очень дорогого стоит. Вот некие планы на будущее, они грандиозны у этого человека. То есть от, знаете, нулевого аркана прийти к звездам, прийти к самому лучшему, к осуществлению их мечты. И где-то вот на этом пути, чтобы ничего не стало преградой, как-то преодолеть вот все. Планы, конечно, грандиозные у этого мужчины на вас. Не останавливаться, да, любой ценой, чтобы вы были его женщиной, любой ценой, чтобы было вот это счастье между вами, любой ценой. То есть этот человек не постоит ни перед чем, и по головам пойдет, и как-то вот будет достигать лучшего и большего, и вообще вы действительно его женщина, которая его очень вдохновляет. Он станет настоящим императором. Где-то этот человек готов действительно взять ответственность, готов дать вам больше, дать вам лучшие какие-то дать вам некую стабильность, да, найти правильную дорогу. И по старшему аркану суд – это судьба. Вы знаете, я вижу, что сейчас прямо непросто. Прямо вот непросто. И даже дело не в том, что между вами, да, есть какие-то притирки, есть какие-то моменты, нюансы. Но вот здесь идет такой момент, что вы как будто бы ждете его, а он идет в вашу сторону. И вы в одном моменте, вы окажетесь друг напротив друга. Этот человек очень ждет встречи с вами. И он понимает, что вот вы его судьба, вы та женщина, да, которая должна быть моей, для которой я сделаю абсолютно все. У вас очень большая перспектива вообще с этим человеком на будущее. Давайте посмотрим еще, как вообще он воспринимает вас вот как женщину. Особенно сейчас, особенно когда между вами существует определенное расстояние и не хватает вот этого тактильного контакта, когда уже соскучились друг по друге, да? Давайте посмотрим, как он вас видит, как он вас воспринимает, какая вы для него сейчас. Какая вы для этого человека? Ай, девочки, вышла прямо четверка пентаклей, старший аркан влюбленный. Это просто жадность любви. Я жадный твоей любви.
Жадничаю любовью, да? Я жадничаю любовью. Да, и здесь прямо такая ситуация. Жадной любовью, жадной, стосковавшейся любовью, за жадной, стосковавшейся страстью. И вы знаете, как-то вот идет момент, что он действительно ревнует, он действительно как-то в каких-то переживаниях сейчас находится. Почему ты ревнуешь? Почему ты так переживаешь? Четверка мечей, потому что вы давно не виделись. Вы давно не виделись, он действительно тоскует, он действительно очень переживает. Как-то вот такой момент, чтобы, возможно, это прямо тоска, и он даже не может себе объяснить, сказать, что он ревнует вас. Ревнуешь ли ты эту девушку? Да, да, конечно, ревнует, конечно. Но его больше беспокоят ваши мысли, его больше беспокоят ваши отношения и ваша любовь. Он очень боится потерять ваше расположение к нему, очень боится. И на сегодняшний день, да, жадность любви. Мне безгранично вот желание любви, я соскучился, я тоскую. И здесь, конечно, какая вы? Вы женщина, которая является соблазном. Соблазном и не только для него, а для мужчин, вообще окружающих. И где-то есть момент вот такой злости в определенной. Определенной злости на обстоятельства, определенной злости на себя, на какие-то свои решения. Где-то, я вам скажу, этот человек переосмысливает какие-то слова, переосмысливает какие-то поступки. И понимает, что можно было по-другому. Почему-то как не ценил время, да, казалось, что все это будет доступно и все это будет его всегда. Но сейчас ситуация таковая, что он прямо как жадный вам, жадный вашей любви. И он понимает, да, что да, вы сейчас очень даже, ну, у вас есть выбор, вы, возможно, в каком-то окружении определенных мужчин, которые так или иначе, они ведь не слепцы, они ведь видят вас, прекрасную женщину. И здесь, знаете, как страх ваших мыслей. Вот о чем думаете вы? Довольны ли вы ситуацией? Вообще-то он видит вас очень мудрой женщиной, очень красивой, очень мудрой и очень красивой. Женщиной, которая может выстоять, знаете, перед любимыми соблазнами, то есть и какой-то напор от мужчин, и какие-то блага, которые сыпятся к вашим ногам. Вот вы можете выстоять перед любимым. И вы знаете, этот мужчина о чем думает? Вы получите вознаграждение. Вы будете за свое терпение и мудрость, он вас вознаградит. Он, это вот я вам точно скажу, что этот мужчина приедет с какими-то, ну, просто невероятными подарками, с невероятной энергией, вот просто вас любить, обнимать и вообще, да, любить и обнимать. Ну, вот, да, только бы ты, знаете, как вовремя отказывалась от чего-то, от каких-то соблазнов, и ты, ну, вот, и ты достойна вот большой награды, вот такой вот момент. Вот по семерочке мечей у него есть вот такой момент, знаете, что даже какие-то ваши подружки, какие-то, знаете, знакомые, женщины со стороны. И он понимает, что вы, конечно, совсем иная, совсем другая. Но и есть вот этот момент, что он хочет, чтобы вы его дождались. И он понимает, что вот эта женщина, она действительно та женщина, которая дождется. Это действительно та женщина, которая достойна вот этой шкуры белого медведя, которую я притащу как трофей. Она достойна лучшего вообще. Я вам скажу, что вот этот момент расстояния на сегодняшний день, он очень сыграет большую роль вообще в ваших отношениях на будущее. Здесь будет момент, вы соберете свой урожай однозначно. Вы соберете свой урожай. Давайте посмотрим, о чем же ты мечтаешь вот сейчас? О чем ты мечтаешь? Что вот у тебя на душе? И о чем ты мечтаешь? Что у тебя на душе сейчас? Что на душе у тебя? Что у тебя на душе? Ой, девочки, вас так не хватает просто, караул. Прямо хочется взять ситуацию под контроль. И есть момент, хочу ухватить какие-то минуты, да, какие-то. Ну вот прямо скучает сильно человек. И да, действительно, очень вас не хватает. Не хватает каких-то нежных моментов, поцелуев, нежности. Ну вот просто хочется вас обнять и не отпускать вообще. Какой-то вот прямо встречи, когда вы будете идти ему навстречу, знаете, вот когда вот этот момент, и человек уже идет тебе навстречу. Это просто невероятная буря эмоций.
Итак, твои желания по отношению к этой девушке. Ну, какие у тебя желания? Просто гореть, гореть огнем вместе с ней. Так соскучился. Вообще, этот человек страшно скучает по вам. И действительно, его мужское притяжение вот прямо, ну, вот не до сна рядом с этой женщиной. То есть, не смогу я спать рядом с ней. Вот, ну, не смогу. Ну, не до сна будет мне рядом с этой женщиной. Такая красота. Вы даже не представляете, как вы прекрасны. Каждая клеточка вашего тела, каждый сантиметр ваших прекрасных ног. Это просто великолепно. Ваши волосы, ваша кожа, ваша шея. Это все для него источник наслаждения и источник соблазна. Да, я вот хочу приехать. Я хочу приехать и как-то вот сделать это, возможно, неожиданно. В любом случае, хочу ее удивить. Даже если вот вы будете знать, когда, и даже будете его встречать, ему хочется вот прямо чем-то вас удивить. Как-то вот появиться запоминающий в вашей жизни. Потому что вот этот момент, знаете, по восьмерке мечей, каких-то ограничений, он очень много расставил на свои места. Очень много этот человек переоценил, передумал. И вы, как женщина, вы прямо вышли на определенный пьедестал. Вы та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой. Вы та женщина, которую он хочет обнимать. И которую хочет видеть вот прямо в своих объятиях. Да? В своих объятиях. Для тебя весь мир. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, как вообще он видит вас. Давайте посмотрим какие-то нюансы, которые где-то ему нравятся или вот как-то его раззадоривают, да? Давайте посмотрим, какие ваши черты нравятся этому человеку. Какие ваши черты нравятся ему? Какие черты ему нравятся? Боже, вы прямо настоящее солнце, знаете, вы достойные самого лучшего, очень такая, где-то обжигающая, а где-то прямо согревающая и любящая женщина. Вы настоящий огонь, настоящая страсть, это человек, вот и смотрите, опять нулевой аркан и старший аркан солнца, то есть я хочу прожить каждую секунду с тобой. И какие качества его раззадорят, я вам сразу скажу, этот человек не может видеть ваших слез, вот это для него очень тяжело. Очень тяжело. Такое ощущение, что он как бы вас чувствует. Он чувствует, когда вам плохо. Он чувствует, когда вам тяжело. Он не может выносить ваших слез. И где-то вы действительно имеете влияние на этого мужчину, потому что между вами есть вот эта энергосвязь. И что ему нравится? Ему нравится абсолютно все. Лишь бы не было ваших слез. Какие-то ваши капризы, какие-то ваши выдумы, какие-то ваши топания ножками и надутые губки. Это все выглядит великолепно. Это все некие ваши черты, и он их принимает. И да, у него есть какие-то свои нюансы, но он не желает какого-то слияния с вами. Он желает с вами союза, и он воспринимает вас такой, какая вы есть. Здесь, сейчас, с какими-то нюансами и моментами. Он воспринимает вас реальным человеком, который невероятно близок по душе, который невероятно мил по душе. И да, вы знаете, как хочу пройти с этой женщиной абсолютно все. И готов пройти абсолютно все. Вы знаете, я вам скажу, что на сегодняшний день настолько трансформируется отношение между вами, что у вас уже нет того момента, что вот какая-то ерунда, какая-то мелочь может вас разлучить. Уже вот такого момента нет. Вы переросли, перешли вот этот этап. И на сегодняшний день ваши отношения чрезвычайно крепкие. Почему? Потому что вы вместе проживаете какие-то сложные моменты. И разделяете какие-то сложные моменты, и будет и также вот и счастье, да, вы как бы проживаете вместе. То есть у вас есть момент вот такого уже трансформированных чувств, трансформированных отношений. Здесь действительно есть момент уважения к личности, как с вашей стороны, так и со стороны мужчин. Я вижу, что вы тоже прекрасно понимаете, что у него есть какие-то недостатки, есть какие-то нюансы и моменты, есть какие-то спорные, какие-то где-то он упирается, где-то он... Но этот человек близок уже по душе. И здесь есть момент, что да, вы можете пройти. Сейчас ваши отношения проходят определенные испытания судьбой. Для того, чтобы
знаете, как судьба дает это испытание, чтобы посмотреть, если вы сможете пройти этот момент на расстоянии, значит и любовь большую вы сможете оценить, и любовь большую вы сможете прожить правильно и красиво, и насладиться теми чувствами, которые даются свыше. И здесь, конечно, я вам скажу, что да, у каждого свои нюансы. Сказать, что все гладко, есть определенные, знаете, такие занозы, да, которые, возможно, и воспринимаются очень тяжело. Но у этой пары, у нее очень перспективное будущее. И я вам более того скажу, какую-то печаль вы уже прожили, и пришло время идти в счастье, идти в наслаждение, идти в радость вместе. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим дальше. Как этот человек, давайте посмотрим, какая вообще трансформация ждет вас дальше, да? Какое развитие отношений ждет вас дальше с этим мужчиной? Какое ждет развитие в отношениях? Ох, девочки, вы знаете, как-то вот, вот не бывает случайности, потому что вот как убрались карты, и осталась вот крайняя карта императора. И вот какое вас ждет развитие в отношениях? И вышла замечательная, просто в этой колоде, она особенно прекрасная, императрица. Какое вас ждет развитие? Вы будете в паре с этим человеком. У вас очень большая перспектива на построение семейных отношений. Прекрасных, доверительных, надежного союза прекрасного. И вы знаете, здесь прямо, какая перспектива, что ты рядом с этим человеком, настоящим императором, потому что я вам скажу однозначно, у него будет взлет, у него будет продвижение карьерное, у него идет момент возрастающего авторитета, и его личное, да, состояние, он становится таким крепким и мужественным человеком, ответственным. И вот рядом с ним ты будешь императрицей, ты будешь его спутницей, ты будешь его прекрасной спутницей по жизни. Боже, девочки, великолепно просто. Давайте посмотрим, что еще нужно пройти, да, что еще предстоит впереди у этих отношений, что еще стоит впереди. Еще будет, действительно, вот смотрите, прямо карты такие вышли, как и опять, да, вы как бы... скажем так, в одном состоянии, еще будет какой-то момент ожидания, да, вот как этот мужчина смотрит на звезды, и женщина смотрит на звезды, что-то уходит, но новая дверь открывается, так или иначе, еще будет момент ожидания, еще будет момент, вот как тоски друг о друге, это еще будет эти моменты, но вы должны знать, вы должны... чувствовать и понимать, что вот будет вот этот момент, когда в вашем доме, в вашей жизни будет праздник. Во-первых, я вам скажу, что у вас с этим человеком будет очень обеспеченная жизнь. Несмотря на то, что происходит сейчас, будет существенный подъем в материальном плане. И такой, знаете, ресурс, который дается судьбой не просто для того, чтобы у людей там были какие-то отношения, а для того, чтобы взращивать больше, и чтобы идти по жизни вместе, чтобы давать продолжение, да, чтобы вот эта история продолжалась дальше, дальше и дальше, вот в глубину многих-многих лет. Как будут развиваться, вот что нужно знать еще, что нужно знать. В один момент этот человек окажется на вашем пороге. Это будет очень счастливый момент. Когда вот эта картинка, да, когда вот этот момент каких-то ожиданий вот осуществится, это будет просто всплеск эмоций, это будет невероятная радость просто вам, в вашу жизнь. Вы будете в состоянии королевы кубков, действительно, да, то есть вы почувствуете на себе всю его любовь, всю его страсть, все то вот ожидание и предвкушение, потому что вот на сегодняшний день есть некая ситуация, как бы, возможно, не совсем расположена, да, ситуация для того, чтобы проявлять свои чувства такими, какие они есть. Есть некий момент искажения через вот этот телефон, через эту видеосвязь. А вот будет момент, как еще, да, нужно подождать. Действительно, еще какой-то определенный период вы будете на расстоянии. Но и придет тот день, когда этот человек будет уже на вашем пороге, да, у ваших дверей. И вот то, о чем мечталось, это превратится в реальность. Вся любовь, вся страсть, которую вы сейчас предвкушаете, она вся будет прикасаться непосредственно к вашему телу. Ну, прекрасно. Что вам нужно знать еще, да? Давайте посмотрим, что вам нужно знать об этом человеке.
что вам нужно знать. Действительно, вот весь в делах и в материальных каких-то вопросах. Этот человек даст вам стабильность. И действительно, знаете, вот проходит момент очень существенного материальной прибыли. Там будет какая-то перемена у него. Будет момент перемены, да, сама судьба даст какой-то шанс, даст возможность подобрать меру для того, чтобы материальные вопросы уже не становились так остро, что вам вот нужно вот расставаться, да, для того, чтобы поправить материальное положение. Здесь будет перемена, перемена касаемо материального плана. И вам нужно знать, что этот мужчина, он способен заработать очень хорошо. Дать стабильность вам, не просто любовь и чувства, а действительно укрепить это состояние материальными благами, потому что так или иначе женщине нужны условия для того, чтобы она расслабилась, отпустила суету мира и любила, открывалась вот в чувствах максимально, чтобы наполняла своего мужчину настоящими такими классными энергиями прорыва. Что вам нужно знать об этом человеке? Что вам нужно знать? Вот некий баланс, да, сейчас соблюдается. Не слушайте никого. Никого не слушайте. Никого не слушайте. Этому человеку нужны только вы. Только вы. Без вас этот человек, вот он действительно, вы являетесь определенным вдохновением для этого мужчины. Если он будет с вами, он будет действительно значительно успешней. Да, потому что без вас этот человек как упускает абсолютно все. И не слушайте чужих разговоров, не слушайте каких-то, знаете, вот этих злобных каких-то вот этих моментов, что, ну, как женщины любят уколоть. Вот не слушайте вот этих моментов, потому что они будут. У женщин есть момент зависти по отношению вот к вашим отношениям, а будет еще больше зависти, потому что этот человек действительно будет вас очень любить и будет привносить в вашу жизнь очень много прекрасного. Давайте посмотрим еще, да, вот совет вам, да, непосредственно. Совет вам. То, чего ты ждешь, на что строишь планы, знаете, вот очень близко то время, когда какое-то твое ожидаемое станет реальностью. Вот когда то, что скрыто, оно станет твоей действительностью. Вообще-то я вам скажу, что вы выходите в вот белую полосу жизни. Вы очень рассудительная и очень мудрая женщина. И здесь прямо как наберитесь терпения, потому что перед вами откроются вот врата. И с этим человеком действительно можете быть чрезвычайно счастливы. Вы как женщина будете чрезвычайно счастливы. Я вам скажу, конечно, мне здесь вот проходит момент, что вам может быть дан выбор. Давайте все-таки вот зацепим этот момент, вот этот выбор. С чем он будет связан? Вот по колесу фортуны. Но вы знаете, сказать, что это какой-то выбор, который будет тяжело, нет. Это просто как с хорошего вы будете выбирать еще лучшие. Очень вероятно, что после приезда этот человек куда-то с вами пожелает поехать, и вы будете выбирать. Пожелает вам подарить какие-то украшения, и вы будете выбирать. Вы в его жизни выбираете. Вы в его жизни, знаете, та женщина, которая определяет самые лучшие. И совет вам. Очень правильно действуете. Ваше решение увенчается большой удачей в любви. Ваше решение увенчается большой удачей в любви. И вы не зря ждете. Вы не зря вот эта переписка, вот это ожидание, вот эти какие-то сердечные муки. Вы не зря ждете, потому что вас ждет в любви колесо фортуны. В любви вас ждет вереница прекрасных событий. В любви вас ждут прекрасные перемены. В любви вас ждет настоящая фортуна. А если в жизни есть любовь, в жизни есть абсолютно все. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви смелого и благородного человека рядом. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!